Главный тренер спорт-академ-клуба Константин Сарсания получил диплом категории «Про», который позволит известному в прошлом футбольному агенту встать на тренерский мостик клуба российской премьер-лиги. Подмосковные «Химки» хотят заполучить к себе молодого перспективного специалиста. Какая команда премьер-лиги тогда о вас мечтает? Ну, вы знаете, так сложно сказать. Я пока не готов ничего сказать. У меня есть там два предложения, в принципе, два. Но одну, наверное, команду вы знаете. В принципе, про нее больше всего пишут. Не знаю, Химки насколько... или Сатурн? Химки нет, Сатурн. Нет, Сатурн не могу ничего сказать. А вот про Химки, да, у нас разговор был. Но останется ли команда или нет, я думаю, что в ближайшие дни решится. Хочется надеяться, что останется. У нас были предварительные разговоры, все, но пока... Но потом дальше этой стадии как бы не пошло, потому что тут начались неожиданные, будем так говорить, такие вот проблемы. Прежний наставник «Химок» Сергей Юран в концовке сезона решил задачу сохранения места в премьер-лиге, но, несмотря на это, был отправлен в отставку. А для меня есть опыт. Я прошел довольно серьезные две стадии. То есть, поэтому в плане того, что удовлетворение спортивное получил. Я получил то, что я всегда говорил, я хочу идти своей дорогой. У меня есть свой футбол, то есть я имею в виду свое видение футбола, я от него не отступал. И подтверждение этому вот результат с «Химками», потому что я не ушел от своего футбола, не паниковал, не еще что-то. Я шел своей дорогой, добивался. А в плане того, что работа, да, но немножко, ну, скажем так, осадок есть, так что я думаю, это временно. Сейчас появится команда, надеюсь, в ближайшее время, и это уйдет на второй план. Для меня иногда противно становится, потому что в силу того, что 10 лет проиграл в Европе, я такого не наблюдал. Там отмечали работу тренера. Если есть показатели, он, естественно, приглашается в высшие клубы. То есть, на сожалению, если кого-то знаешь чуть ближе к правительству, тот позвонит, тот догорится или еще что-то. Это только убивает наш футбол. И от этого иногда противно становится, потому что в первую очередь у нас брат, сват, знакомый. Вот это выходит на первую роль. Надеюсь, что оно со временем уйдет и будет действительно ценить непосредственно работу тренеров, то есть результаты тренера, а не кто кого знает, потому что у меня есть тоже достаточно знакомых, но я никогда не включаю эти моменты в плане того, что я всегда говорил, по блату футбол не играет и по блату футбол не тренирует. Это мой личный принцип, потому что многие говорят, ты, у тебя есть знакомый, ты позвони, там быстро решится. Я говорю, у меня есть принцип. Я хочу, чтобы меня приглашали не по звонку, а именно по моей работе.